Мы решили поехать в зоопарк. Утром была отличная погода, но пока мы ждем такси, уже гремит гром, а на улице вообще потемнело. Мы поехали в зоопарк. Ура, мы приехали. И прошел дождь этот ужасный. Был ливень, просто страшно. И такие ощущения, что его, блин, его и не было. Все сухо. Здесь, конечно, красота. Смотрите. Здесь очень прям клево. Мне прям нравится. Папа отпустила. Смотрите, они просто ходят здесь. Можно погладить? Конечно, можно. А, да, забыл снять, куда мы приехали. Приехали мы вот сюда, 1000 сук. Ферма. Пошли смотреть. Заходим. Смотрите, барашки. Страшно вам? Азиаты, как всегда, фото только на iPad. Лилия, пойдем. Лилия, заходи. Черна. Заходи, заходи. Черна. Корми, держи крепко, двумя руками. Классно. О, как они любят молоко. Что-то, походу, я ему очень понравился. Да, походу, да. Держи двумя руками, держи. Давай, я тоже покормлю. Зай, какие они угарные. Они такие клевые. Не бойся. Опять она ко мне пришла. Наташка кормит с двух рук буквально. У тебя только что была двойня. Ты ощутила прелести? Я ощутила все прелести. Смотри, какие они классные! Они такие клёвые! Они такие хорошенькие! И я тебя погладила! Моя овца! У меня своя овца! Но у меня серьёзка! Это их номер! Подожди! Давай, держи! Дай мне вот эту! Так, все побежали. Мы это можем. Прям вот очень клево здесь. Прям вот. Ставьте лайк. И будет вам еще много-много видео. Подписывайтесь обязательно, если вы этого еще не сделали. Мы пойдем смотреть дальше парк. Фототься. Чучелами? Чучело там? Да. Беги, показывай, кто там. Туда можно заходить? Да, можно. Давай. Показывай чучело, где они. Конечно, можно. Мельница. Парк такой небольшой, но очень красивый, классный. Погода нас, как обычно, не подвела. Когда она может подвести в Таиланде погода? Вообще я не понимаю, зачем тут люди смотрят прогноз погоды. Днем 30, ночью 25. Все. Круглый год. Дочь, кто это? Курицы. И? Кто? Петухи. Петухи, ага. Они неинтересные, пошли дальше. Я его поверну. Можешь встать?
не могу, дверь тяжелый. Ты мой сладенький. Иди сюда. Ты мой пирожочек маленький. Иди к папочке. Холёченко мой. Смотри, какая у него грива. Можно на эту сторону, можно на эту. А мы двигаемся дальше. Вот что удивительно. Блин, не воняет они так, как наши почему-то. Или моют 10 раз в день. Или они, как, они тут не потеют. Какашек не валяется. И культурный литл пони. Пойдемте в дом. Называется Bunny Home. Ух ты. Кролики. Сколько кроликов. Будет ой. Кролики, еще кролики. Много кроликов. Такие они все вкусненькие, классненькие. Супер. Банни-коттедж. Банни-коттедж. Пойдем, пойдем. Заходи. Банни-коттедж. Вот, смотри, какие маленькие. Смотри, Наташ, какой он маленький. Вот маленький. Мама, заходи. Маленький литл кролик. Или вот, смотрите, какой вот этот милый. Смотри. Наташ, давай купим такого, а? Он 200 бат стоит. Живой. Будем с ним играть. Пойдем еще посмотрим. Да, этих голодных времен. Купил, поиграл, съел. Какой он классный. Да, пальчики только мы не суем, потому что они кусают. А пойдемте, они на улице вон сидят, мы их там да, посмотрим. Пойдем. Хэллоуин. Да, Хэллоуин. Вы, наверное, смотрите, это когда уже Хэллоуин 1000 лет назад прошел. Вот, а здесь вот он в процессе. Мы купили фоторамочку, она вообще классная, где мы вещи кормим. Это наш первый аксессуар уюта в нашем новом доме. Вам покажем. Это наш домик, кстати. Куда мы переехали? Там не были, по тем полянкам. Пойдемте туда. Да, мы не были там. Мы что-то пропустили. Поник. Сейчас вернемся. О, смотрите, как красота такая. Сук фарм. У меня уже пот идет. 30 градусов, это не шуточки. Держаться. Держись. Улыбайся. Поехали. Лика, поехали, скажи. Надо вот так бегать. Вот что удивляет, так цены тут очень хорошие, не злые такие цены в этом парке. Где это вы? В доме. В доме ты что? В доме? Лиль, а скажи честно, вот тебе больше где нравится? Здесь, в Таиланде или в Новосибирске? В Таиланде. Точно? А чем, почему тут больше тебе нравится? Потому что я люблю на лошадах ездить. И тут тепло, да, или это? И по лошадкам. И вообще у меня все тащут. Они... Вообще барашки, то мою прям объезжал. Да? Блин. Тебе понравились барашки? Они мягенькие, да, такие хорошенькие. Тебе понравились барашки? Очень. Очень жаль. Мам, пойдем по нам. А тут нас фотали. И мы купили фотку. Наташ, куда идем? В дом. В кондёр. Паспортный контроль.
И идем дальше. Туалеты. И тут у нас магазин. Большой барашек, потом дешево. Потрогай, потрогай. Смотри, мы пришли посмотреть. Барашечка. Today is the day. Давай, мама, очень круто. Папа, смотри, какой военокам. О, какой страшненький. Не страшно, вот это тоже страшно. Пошлите, что-нибудь попьем возьмем. Пойдем. Я сейчас пойдем сядем, просто мокрый весь. Смотри, какой ёлка. Просто жесть. Дай. Сейчас бы лимонадику и к бассейну. Надо немножко перекусить. Всем приятного аппетита. Было вообще очень вкусненько. Кальмарчиков с лапшичкой принесли. Сифуд очень классная штука. Что это? Этого барана. Что этого барана? Этого барана. Блин, ну возьми нормально, он вообще страшный капец. Все, пошли на кассу. Пойдем. Все, папа тебе. Папа проиграл. Папа проспорил, короче, Лили. Я честно проспорил Лили этого барана. Она почти там, в 3 бата ошиблась со счетом. Мы поспорили, насколько мы поели. И она сказала 240, 340, а было 343 бата. Честно проиграл барана. Все, теперь домой, да? Мы, короче, еще точно вернемся. Здесь даже цены на игрушки вообще супер-мега реальные. 260 бат за большую мягкую игрушку. Классную причем. Все, мы домой. Увидимся позже. А вы прям обязательно, кстати, не забывайте. И будет вам еще много-много видео. Рилька у нас, как всегда, в центре внимания.